До нашої студії завітала успішна мама, успішний фотограф Аліса Белік. Вітаємо вас! Привіт! Хотілося б узнати о том, що ви известная мама, известный фотограф. Как это все успевается? Как можно успеть и за двумя детками приследить, и заниматься своим бизнесом? Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, мне кажется, что мама – это такой уже успешный проект каждой женщины. И что самое интересное, это такой долгосрочный проект, и такой проект, от которого уже невозможно просто отказаться, что он обучает маму становиться успешной по жизни и в работе, и учит ее таким вещам, которым простая женщина может даже не догадываться, что они есть. Ну, просто женщина, которая не мама, она еще свободна, она во многих вещах не ответственна, и когда ты становишься мамой, все, мир меняется твой. И поэтому у тебя просто нет шансов, нет других вариантов, ты должен все успевать. Ваша жизнь до того, как стали мамой, она была другой? Да, немножко другой она была. Я работала в компании очень крупной, где прошла большой карьерный рост, стала топ-менеджером в компании. И, конечно же, 80% моего времени было отдано работе, понятное дело. И даже ночные часы какие-то могли тоже быть в работе. Дети меняют твой мир и, по-моему, меняют только к лучшему. Как изменилась жизнь, когда появился первый ребенок, второй? Наверняка же все равно вот этот переход от свободной женщины до мамы был тяжелым. Ой, нет, ты знаешь, нет, первый ребенок у меня родился еще в институте, и это было немножко необычно и, конечно, волнительно, потому что все-таки быть студенткой и мамой одновременно, немножко было переживание того, что вдруг ребенок тебя ограничит. Но на самом деле никаких ограничений не произошло. И мне кажется, наоборот, ребенок открыл только двери в новый мир, в семейную атмосферу, такую очень уютную, душевную. И когда появились просто цели в жизни, самое главное, ты начал понимать, что ты хочешь, куда ты хочешь прийти. И я, в принципе, была взрослой уже, когда ребенок родился, но, тем не менее, мне кажется, я еще повзрослела. Поэтому ребенок – это, круто. Второй ребенок родился, это была Соня, была долгожданная наша девочка через 7 лет после первого ребенка. И когда она родилась, я стала фотографом. Поэтому мне кажется, что это такое, такая вселенная подарила мне сразу два подарка. Это было как-то взаимосвязано или просто родилась Сонечка и появилось новое увлечение? Знаешь, многие мамы, они в декрете становятся фотографами. Это вообще круто и здорово, потому что внутри тебя открывается такой мощный, мама внутри тебя открывает мощный такой творческий потенциал, и тебе хочется реализовать себя абсолютно во всех сферах. У тебя появляются самые сумасшедшие идеи, ты начинаешь гореть, думать, как это здорово, как это круто, надо что-то в общем, ты просто полон вдохновения идей, и, естественно, нужно найти выход, реализовать эти идеи. Поэтому фотограф был таким выходом. Но не все мамы, которые находят свое увлечение в декрете, становятся настолько успешными, что вас приглашают работать фотографом не только в нашем городе, но и по другим городам нашей страны, еще и по всему миру. Ух ты, круто, спасибо. Спасибо, да, я путешествую, будучи фотографом, я путешествую. Это здорово, наверное, конечно, не только материнство дает тебе какой-то старт в успехе, в бизнесе и в твоей деятельности. Самое главное, это, на мой взгляд, любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь. Тогда вот в этом балансе будет успех, это первый залог. Ну и второе, конечно, трудолюбие, этого никто не отменял. Вот, трудолюбие, какая-то собранность, планирование, тайм-менеджмент, чтобы все успевать, тоже важен, и поэтому, как и успешный человек, как и мама успешный человек, все должны немножко в этом направлении двигаться. Многие люди считают, что детки – это помеха к успешной работе, потому что на них нужно больше времени уделять, мама должна посвятить свою жизнь ребенку. Вот как вы успеваете и с ребенком уделять достаточно времени, и уделять достаточно времени своим увлечениям? Нет, что вы, наоборот, мне кажется, что дети – это как раз совершенно противоположно. Это дает возможность маме почувствовать свою многозадачность и реализоваться во многих задачах одновременно, потому что материнство, оно такое, тут у тебя каша на плите, тут тебе надо там попу вытереть, тут еще что-то, то есть очень много всего происходит, и мне кажется, каждая мама, она знает, что такое
многозадачность. Это не когда ты выполнил одно дело и перешел к другому. У мамы просто нет вариантов таких, у нее нет такой возможности так поступать. Поэтому вот эта многозадачность, она очень меняет тебя, и ты начинаешь очень быстро меняться, быстро выполнять много задач одновременно, чувствуешь себя Юлием Цезарем немножко. Вот, это очень здорово и круто. У меня есть такой секрет. Секрет 45 на 15, известная техника. Техника тайм-менеджмента 45 на 15. Когда ты 45 делаешь минут одно дело и 15 минут на другое. Я часто работаю дома, и, например, сейчас 45 минут я могу, допустим, обрабатывать фотографии, потом, когда я чувствую, что я уже немножко устала, я иду, например, мыть посуду. Мне кажется, что это так... Хороший отдых. Да, это так... Но на самом деле, кажется, что, ну как, хочется же полежать, но на самом деле, когда ты идешь моешь посуду, у тебя уже мозг переключился, ты уже во что-то другое поглотился другими мыслями абсолютно, ты уже начинаешь думать, что ты приготовишь на ужин, а все, ты вернулся к работе, и ты снова свеж, ну, в общем, это переключение деятельности, оно очень эффективно работает, поэтому я всем рекомендую. Секрет. Да, всем рекомендую. Также хотим узнать о том, что ваше любимое направление – это семейная фотография, свадебное фото. Это неспроста так связано с тем, что мамочкой поэтому любит семейное фото, или же просто увлечение именно этой тематикой? О, семейная фотография. Ну, самое первое, что меняется в жизни любой мамы, это, мне кажется, то, что она начинает понимать, что расставлять приоритеты, понимать, что ценно для нее, что действительно важно в жизни. И именно это и меняет мир мамы, потому что она понимает, что теперь главное в жизни это семья, это ее дети. И этот ответ на вопрос, ну, зачем вообще жить, зачем работать и так далее. Поэтому очень ценно сохранить эти все моменты для каждой семьи, потому что, сохраняя такие воспоминания, через время ребенок посмотрит на все это, увидит, как его любили, он поймет, насколько семья ценна, и мы сможем дальше продолжать эти традиции семейные нести в жизнь. Недавно в одном из своих блогов известная певица Аня Седокова сказала о том, что дети не помеха для отдыха. Они помогают, наоборот, еще более развить себя, какие-то свои грани. Вот как отдыхает ваша семья? Ой, хороший вопрос. Мы долго планируем отдых обычно. Мы ценим очень семейный отдых. У нас есть традиция, которая в последнее время процветает. Это Family Sunday, это семейное воскресенье, когда мы откладываем все дела и проводим время с нашими детьми, время с нашей семьей, и мне кажется, это позволяет нашим детям чувствовать себя еще более счастливыми. Очень важно, что, на самом деле, людям только кажется, что надо уделять очень много времени детям. На самом деле это не так. На самом деле детям достаточно очень мало времени, но этого времени, которое потрачено именно целенаправленно на детей. Когда родители именно не делают вид, что слушают их, а действительно слушают, задают какие-то уточняющие вопросы, когда они интересуются их жизнью. И это дает детям ощущение, что они важны, ценны, что их любят. Ну, это самое главное. Что касается отдыха. Конечно, мы любим отдых на море, любим полежать, ничего не делая, любим какой-то сильно активный отдых, наверное, не совсем присущ нашей семье, хотя папа и сын, конечно, любят больше активный отдых, нам бы с Дотей где-то полежать возле бассейна, что-то такое, ну, мы находим компромиссы, и, в принципе, все складывается. Воспитание девочки, воспитание мальчика, оно различается, вот как разграничить вот это воспитание детей? Я думаю, что самое главное в воспитании детей – это самостоятельность. Вот почему-то мне так в детстве внушила мама, что свобода означает ответственность. И я, в принципе, придерживаюсь этой теории и считаю, что когда ты даешь детям самостоятельность, возможность принимать самостоятельные решения, когда они становятся взрослыми, самодостаточными, но при этом ты их любишь, и они понимают эту заботу и любовь, ну, мне кажется, все компоненты гармоничной личности присутствует. А вот детки помогают как-то маме в работе, возможно, в каких-то локациях для фотографий или при обработке? Вот, мам, лучше вот так сделать. Ну, пока они доверяют.
моему выбору, моему вкусу. Это очень ценно, и мне кажется, что это самый лучший комплимент от них, что они знают, что я сделаю, что бы это ни было, фотография, будь это или там ужин, или это какой-то запланированный семейный тот же отдых, они знают, что все будет классно, потому что если мама за что-то берется, значит, все будет окей. Алиса Белик в нашем городе – это уже бренд. Все хотят фотографа Алису Велик себе на свадьбе, для семейной фотографии. Но вот хотелось бы услышать советы для тех мам, которые боятся начать свой новый этап жизни, для женщин, которые боятся начать этап мамы, потому что думают, что это как-то помешает им развиваться дальше. Советы для мамы, которые думают. Девчонки, дети, они, это новый этап развития отношений. И иногда для того, чтобы сохранить отношения с мужчиной, дети просто необходимы. Потому что, когда отношения слишком монотонные, они просто заходят в тупик и, как правило, разваливаются. Иногда на моей памяти даже есть пары, которые расстались именно из-за того, что ничего в их жизни не происходило. То есть все было очень ровно, красиво, но однообразно. Дети дают возможность никогда не почувствовать однообразие, всегда, это будет всегда жизненный фейерверк, поэтому не надо бояться, надо делать детей и получать от этого только удовольствие, как от самого процесса, так и от результата. Уже в воскресенье вся страна и весь мир будут праздновать День матери, а вот ваши дочка и сын, они как-то уже поздравляют маму с праздником, делают какие-то свои мини-подарочки? Ну, традиционно это будет какая-то открытка своими руками. Мне кажется, что подарки своими руками, они несут тепло рук и тепло сердец, и поэтому это очень ценно, важно. И, конечно, самое почетное место на холодильнике будет отдано именно, именно этому подарку. Ну, какая-то еще фантазия работает, поэтому что-то обязательно будет в любом случае. Что-то придумает еще папа, так что общими усилиями какой-то подарок обязательно получится. Спасибо большое за такой душевный разговор, за советы, которые, я думаю, помогут и молодым юным девушкам, которые собираются стать мамой, для мам, которые, возможно, немножко запутались в воспитании детей и узнали новый совет по тому, как правильно разграничивать свое время. Немножко работаем, немножко отдыхаем, но отдыхаем с умом. Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в нашей студии была успешный фотограф, успешная мама Алиса Белик.